Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Еще одна ночь. Дерьмовые игры. Все, что я делаю, это играю в дерьмовые игры. И у меня их так много, что я буду играть до рассвета. Это жертва души. И она меня искушает. И как раз к месту, потому что сегодня вечером у нас Дракула. Когда речь заходит о играх про Дракулу, большинство людей сразу же думают о серии Кастельвания. Но я собираюсь погрузиться в сраные катакомбы ада. Первый экспонат, граф, на ВИК-20. Чё такое ВИК-20? Ну это старый компьютер Commodore из 80-го года. Думаете, Commodore 64 был примитивным? Что ж, посмотрите на ВИК-20. Зацените этот картридж, вот что называется игрой. Попытка вставить этого засранца — полный писец. Даже хуже, чем на Intellivision. Все равно, что засунуть хер в розетку. Графики нет, потому что это текстовая игра. Он говорит, я вижу, что я на кровати. Уже полдень, и я проспал. Что же мне делать? Я собираюсь написать «Вставай с кровати». Не знаю, что такое вставать, что мне делать? Проснись. Не знаю, как пробуждать что-либо. Я не знаю, что сказать, но у меня есть инструкция, и она подсказывает вам некоторые слова, которые вы можете использовать. Давайте попробуем подняться. Не могу это сделать. Пока. Ох, да ты меня дразнишь. Иди. Мне нужно направление. Иди направо. Я не знаю, что такое право. Иди налево. Я не знаю, что такое лево. Съешь подушку. Хорошо, так я что, съел подушку? Я не ожидал такого. Проснись, я в спальне, окна закрыты, латунная кровать север. Хорошо. Иди на север. Что мне теперь делать? Хорошо, так я отправился на север. Что мне делать? Иди на восток. Хорошо, что мне теперь делать? Иди на восток снова. Используйте только одно или два слова. А, ну ладно, я тебе сейчас дам два слова. Поймей себя. Не знаю, как поймать что-либо. Далее Дракула на Intellivision. Что круто, в этой игре ты на самом деле играешь роль Дракулы. Теперь я испытаю ее на Intellivision 2. В основном это переработанная модель, которая, можно было подумать, была лучше. Но что это во имя жопа матери за херня? Если у старого Intellivision был простой штепсель, то почему новая модель имеет такой огромный толстозадый IC-адаптер? Так или иначе, вы оставляете вашу могилу и ходите вокруг, высасывая кровь у людей, что довольно круто. У Дракулы большой рот, прям как у Пакмена. Вы не можете убивать волков и полицейских, бросающих в вас копья. Вы можете превратиться в летучую мышь и улететь, но стервятник придет за вами. Единственный способ убить полицейских — превратить людей в зомби и направить на них. Но чтобы управлять зомби, вы должны использовать другой контроллер, управляя при этом Дракулой в одно и то же время. Это прям как в поисках утраченного ковчега, вам действительно нужен второй игрок. Описание довольно забавное. Вы говорите, что всегда испытываете жажду, граф Дракула. Полицейские беспокоят вас, птицы и животные недружелюбны. И у вас аллергия на солнце? Ну, мужик, я бы сказал, что у тебя могильные проблемы. Кто зовет Дракулу мужиком? Следующий у нас Drax Night Out на NES. Эта игра так никогда и не была выпущена, так что я держу в руках редкий картридж, который является единственным способом сыграть в эту игру. Это, к слову, была большая рекламная кампания для кроссовок Reebok Pumps. Вы играете в роли Дракулы, который пытается покинуть свой замок посреди ночи, чтобы найти свою возлюбленную Мину. Здесь куча деревенских жителей, которые убивают Дракулу, просто прикасаясь к нему. Я не знаю, какой в этом смысл, но ваш единственный метод атаки — помахать медальоном или чем-то еще. Я действительно не знаю, что это может быть. Но если вы используете его на ком-либо, он гипнотизирует его. Это может показаться простым, но у вас не всегда есть этот предмет. Иногда он работает, иногда нет. Я думаю, это имеет отношение к шкале крови, но я действительно не знаю. Таким образом, вы не можете постоянно рассчитывать на это. Вам придется использовать переключатели, которые контролируют барьеры, чтобы заблокировать ваших врагов или активировать ловушки, катящиеся шары, монстры Франкенштейна, призраки или падающие канделябры. Таким образом, вам нужно куда больше стратегии с использованием этих ловушек в нужное время. Когда вы оглушаете людей, вы можете высосать их кровь. Я думаю, вы можете превратиться в летучую мышь, но я никогда этого не видел. Вашим единственным реальным бонусом является Reebok Pumps. Они позволяют вам быстрее бегать и выше прыгать. Вам действительно нужно получить эти ботинки, потому что без них вы хорошенько получите ногой по заднице. Вот что я называю бонусом и вот что я называю рекламой. Reebok Pumps. Без них вы дерьма не стоите. Накачайте и взлетите в воздух. Игра также имеет ограничение по времени, что является настоящей болью в заднице. Если вы застряли на лестнице, вы мертвы. Нельзя спрыгнуть, а то умрете, так что лестница — ваш злейший враг. Черт! Черт!
Несмотря на то, что это выводит меня из себя, я не могу жаловаться, потому что эта игра никогда не была выпущена. Похоже на то, что кто-то взял да и похоронил дерьмо, а другой взял да и выкопал. Так что вы хотели? Хорошо, на Game Boy Color давайте попробуем Дракула сумасшедший вампир. Что это за название такое? Мы знаем, что Дракула вампир и то, что он сумасшедший, разумеется. Звучит как призрак оперы. Которая звучит как Pink Floyd. Это типичная экшен-исследовательская игра с видом сверху. Да, на самом деле, много об этом и не скажешь. Что за дела с Дракулой? У него большая голова и лицо в стиле... Это было немного лишним, и здесь нет карты, так что я действительно не знаю, куда идти. Я лишь бегаю повсюду и бросаю летучих мышей в собак. Это действительно креативно. Хорошо, теперь заценим обратный отсчет графа. Да, с улицы Сезам. Вы получаете выбор, прыгать или бегать, что является довольно-таки странным. Выбираете прыгать, и вы пропрыгиваете весь уровень. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Представьте, если бы в Супер Марио у вас был выбор, только бегать или прыгать. Итак, я выбираю число, и граф начинает говорить. Блин, это странно. Так или иначе, вам нужно ходить и искать эти цифры или что-то, что приравнивается к этому номеру. Затем, когда вы закончите, вы идете к облакам. И вы должны бить по блокам, пока номера не совпадут, а затем вы бьете в колокольчик. Так-то лучше. Че я играю в это? Хорошо, вот это Дракула Брэма Стокера на NES. Он основан на фильме Копполы с таким же именем, так же, как и фильм основан на романе, я полагаю. А мы, наверное, Киану Ривз. Что это за блоки с вопросительными знаками? Прямо из Супер Марио. Даже уровни немного похожи. Только секунда прошла первого уровня, и я прихожу к стене. Я не знаю, куда идти. Я пытаюсь прыгать вниз, но это не работает. Мне пришлось конкретно задолбаться, пока я не узнал, что вы должны пробить землю. Да, прыгнуть в воздух и нажать вниз. Почему вы должны так делать? Музыка просто беспорядочный бардак 8-битного хаоса. Я дошел до первой реинкарнации Дракулы, тень, которая выходит из стены. У вас не так много времени, чтобы ударить его. Можно уйти с пути или попробовать атаковать. Большую часть времени я могу только ударить его, когда он идет в другую сторону. Это просто шило в жопе. Далее у нас другой Дракула Брэма Стокера. Эта игра была выпущена как на Super Nintendo, так и на Sega Genesis. Обе версии в значительной степени одно и то же. Ваш меч бредятина, он также эффективен, как нож для масла. Игра довольно проста, это средние руки платформер. Вы бродите повсюду, сражаетесь со скучнейшим набором врагов и разыскиваете выход. Вы не можете пройти выход, пока не найдете какого-то странного старика, который думает о оружии. Затем вы можете идти искать оружие или направиться к выходу. Что это вообще такое? Он думает об оружии, вы можете читать мысли. Почему он просто не может дать вам оружие и сказать: «Вот, теперь иди к выходу». Он даже не скажет вам эту часть. Боссы бессмысленны. Первый притягивает вас гравитацией. Стратегии нет, вы никогда не будете достаточно близко, чтобы атаковать его и избегать его атак одновременно. Так что единственное, что остается, это стоять рядом с ним и просто бить, надеясь, что он умрет раньше вас. Странного врага я заметил, это зеленое растение. Просто выглядит как-то неправильно. Когда я увидел другое, я понял, в чем дело. Видите, они должны выходить из стен. Че это за дерьмо? Похоже, оно зависло в воздухе. Было так сложно перевернуть его. Я реально ненавижу эти копья, черт возьми. Да жоп, то есть, млять! Как, черт возьми, я должен обойти эти хрени? Здесь нет никакой последовательности. Остается надеяться, что вы сможете увернуться от первого и просто бежать вперед. В большинстве игр, когда вас ударят, вы неуязвимы на короткое время. Но здесь у вас нет времени на восстановление. Вы просто получаете урон, пока не помрете, и это может высосать все ваше здоровье одним шустрым комбо. Черт! Конец игры, и это все? В целом, это посредственный платформер и дешевая эксплуатация фильма Копполы. Подождите, кто это? Фред Фадж? Фред Факс? Фред Факс? Фред Факс! О боже мой, Фред Факс! О боже мой, это Фред Факс! Фред Факс! Хорошо, еще одна. Серьезно, это может продолжаться вечность. Дракула Брэма Стокера на Sega CD. Я уже прокомментировал эту игру в своем обзоре Sega CD, но она настолько ужасна. Она имеет впечатляющую графику для своего времени, и все эти ролики, где нам показывают отрывки из фильма, но не настолько пикселизированы, так что это бессмысленно. Там также есть парень, читающий книгу с трубкой. Зачем? Мне на самом деле удалось добраться до Дракулы, по крайней мере до его первой формы. Он выглядит так же смешно, как это было сделано в кино. Но самое смешное — это когда ты умираешь.
Чё это такое вообще? Это что, ролик из фильма? Я не знаю, может быть из Билла и Теда. Игра выглядит потрясающе для своего времени, но управление это то, что ее убивает. Так неудобно пытаться прыгать, вы проваливаете через дерьмо, и атаки запаздывают. Невозможно развернуться и ударить врагов до того, как они ударят вас. Вы просто хотите, чтобы у вас был кнут или меч или что-то, но не голыми руками же. Все, что у вас есть, это глупый пинок, чтобы фигачить крыс. Да, это все, только крысы и летучие мыши. Насколько же дофига летучих мышей в видеоиграх? Серьезно, я знаю, что это Дракула. Но почему во многих играх так много этих сраных летучих мышей? Серьезно, я ненавижу летучих мышей. Я сыт этим по горло. Утреннее солнце, покарай меня. Озвучил псих.